композиции. И вот сейчас я считаю, что одна из замечательных ее постановок. Вот посмотрите внимательно. В ней очень много сердца, в ней очень много души. Личная история Татьяны Николаевны грустной достаточно служила я таким поводом для этой постановки. Ну давайте, уважаемые друзья, итак, представили президента Республики Татарстан перед выступлением российской сборной господина Миниханова. Итак, уважаемые друзья, сборная России. Болеем. Смотрим, да. И держим кулаки. С Богом, девочки.
я сейчас смотрю, я понимаю, что это просто другой уровень, понимаете, сравнивать невозможно ни с тем, никто из тех, кто уже выступил здесь и, наверное, еще и выступит, никто не может сравниться по уровню с нашими девчонками. Здесь настолько, знаете, как это, как пальчик к пальчику, настолько натянутые ножки аккуратненькие, настолько интересная композиция, она экспрессивная, она с историей. Я не знаю, Дима, можно ли об этом говорить, но, к сожалению, Татьяна Николаевна Покровская, в общем, это у нее в прошлом году произошла трагедия, и это программа «Мольба», это вот ее посвящение, то есть мотивация, как только даже мотивация, это такое слово очень жесткое, я считаю. Вот. Будем считать, что здесь, конечно, и тренер выстрадал. Да, тренер выстрадал, вы правильно сказали, тренер выстрадал эту программу. И настолько девчонки знают всю эту историю, настолько много души отдали этой программе. Я хочу сказать, что программа безумно сложная. Физически по количеству связок, по количеству поддержек. Я не знаю, как они ее выдержали, они просто героини, потому что программа... И вы посмотрите, я хочу сказать, уважаемые друзья, получаем... Ну, тут арбитры, конечно, могли бы расщедриться, да, но да. Две десятки можно есть у нас. За впечатление можно было поставить, конечно, повыше. Но здесь, называя вещи своими именами, безусловно, это победа. Очередная да, это победа. Победа наших вот великих синхронистов. Я бы поставила 10 везде. Абсолютно точно. Влада Чигирева, Александр Баскевич, Алла Шишкина, Анжелика Тиманина, Светлана Колесниченко, Елена Прокопьева, Мария Шурочкина, Елена Топилина. И, конечно же, восхитительная Татьяна Покровская, которая сейчас заключит в объятия подопечных наш непобедимый тренер, герой труда Российской Федерации, Татьяна Покровская. Она действительно герой труда. Столько лет, сколько Татьяна Николаевна руководит командой и приносит золотые медали стране. Я не знаю, Дим, может, я не права, я только другого такого вида спорта не знаю. Может быть, художественная гимнастика. Художественная гимнастика. Ирина Александровна Русланова. Да, да, да. Тоже, кстати, герой труда. А больше других таких нет. Да. Вот один вид спорта стоит другого. Поэтому. Саш, ну делись ты впечатлениями, потому что Мальцев просто затаив дыхание смотрел. Мне очень понравилась программа. Я хочу отметить то, что она была просто сложнейшая. И девчонки настолько ее безупречно сделали, что, мне кажется, все судьи были просто поражены. И у них ничего не оставалось, чтобы поставить такие высокие оценки. Однозначно. Сборная команды